Привет, сообщество! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас обзор ножа Alami Cutlery Wayfarer 247. И сегодня у нас с вами очень традиционный обзор для этого канала. Alami Cutlery Wayfarer 247 – это складной нож средних размеров с замком FrameLock. Длина ножа в открытом состоянии 207 мм, в сложенном виде 118 мм. Длина клинка 89 мм. Вес ножа 141 грамм. Рукоятка ножа изготовлена из титана 6L4V. Клипса, бэкспейсер, как и вся фурнитура, также изготовлена из титана. Конструктивно Wayfarer 247 – это флиппер. Клинок 3,4 мм толщины в обухе, изготовлен из стали CPMS-90V производства компании Crucible. Твердость клинка 60-61 единица по шкале Роквелла. Осевой узел подшипники, шарик детента из керамики, точно так же, как и шарик в клипсе. Нож изготовлен при участии Майка Вагнина компании Alami Cutlery California, Соединенные Штаты Америки. В данный момент постоянный зритель, скорее всего, задаст вопрос. Руслан, а про какой конкретно Wayfarer 247 ты сейчас говоришь? И вы абсолютно правы, друзья, но чуточку терпения, мы с вами еще подойдем именно к этому вопросу. Давайте пока начнем сначала. Сегодня я, конечно же, расскажу про нож, и в большей степени я нож покажу. Wayfarer, как и по сути все творчество Alami, нужно именно показывать, а уже потом рассказывать. 3 года назад мы с вами тестировали Alami Creeper Snapper. То был интересный тест, интересный нож, и тогда мы с вами очень поверхностно затронули и Wayfarer, и главным образом идею Wayfarer. Вот сегодня именно про идею мы и поговорим. Давайте зададим себе вопрос. Как мы выбираем нож? Какие требования, какие критерии выставляем? Какой системой оценки пользуемся? И можно ли вообще здесь применить вот такой термин, как система? Говоря попроще, мы как-то вообще вот с вами выбираемся из вот таких понятий, как «почем» и «нравится». Или же у нас стоимость и эмоции – это единственные наши с вами судьи? Вот на мой взгляд, стоимость вообще не является именно что критерием. И, пожалуйста, не торопитесь кидать в меня камни, я сейчас все поясню. А вот «нравится» — это критерий, да, но только по первости. С опытом все несколько меняется. Начнем со стоимости. На мой взгляд, стоимость, цена, все прочее — это не совсем чтобы именно критерий, это скорее шлагбаум. Вы, конечно, можете сказать, что я сейчас играю с словами, и по букве закона вы будете правы, да. Но вот по сути стоимость — это как пропуск. Ну то есть ты либо сюда смотришь, либо нет. Есть ножи за 10 тысяч, и для кого-то это дорого, для кого-то дешево. Очевидно, но есть ножи за 10 миллионов, и это тоже для кого-то дешево, но для большинства это безумие. Поэтому мы как-то вот для себя решаем, где у нас верхняя граница. И когда мы этот шлагбаум установили, дальше вопрос цены нас особо не волнует. И поэтому я не считаю стоимость серьезным критерием выбора. Это именно что ли пропуск, билет, шлагбаум, называйте как хотите. Критерии начинаются потом. Теперь про нравится. И вот тут все с одной стороны сложнее, а с другой стороны проще. Потому как если что-то нравится, то даже цена двигается. И нравится это опять же не столько про выбор, сколько про эмоции. Нравится это с одной стороны вообще не критерий, а с другой стороны единственный критерий. И вот тут вы можете сказать, Руслан, возможно, нравится это и не единственный критерий, но уж точно обязательный, потому как если не нравится, то вообще никакого разговора не будет. А я отвечу, а так ли? Так ли, друзья? Вот давайте переведем вопрос на понятный для всех язык. Вам нравятся пельмени? Не отвечайте, я знаю, что нравятся. Пельмени всем нравятся. Ну разве что, ну конечно, особо изысканные гурманы могут прохладно относиться к пельменям. Ну то ли дело димсамы, гёдзе, дамплинги, на худой конец равиоли. Это да, это безусловно. Но пельмени, ну нет, конечно, нет. Гурманы. Пельмени нравятся всем. Пельмени нравятся вам. Пельмени нравятся мне. И вот у меня к вам вопрос. Мы с вами будем еще что-то пробовать из мяса и теста? Или все, только пельмени? Вот именно, друзья, вот именно. Нравится — это ведь не всегда сразу, не всегда с первого знакомства. Иногда это через разное. Попробовать и понять. Распробовать и понять. А вот потом уже нравится. Так что да, нравится — это единственный критерий и вообще не критерий с другой стороны. Получается, что с опытом взрывные эмоции так или иначе будут отходить на второй план. С одной стороны, уступая место методичности, а с другой стороны, ну, наверное, даже любопытству.
И вот здесь, на мой взгляд, начинаются реальные критерии выбора. Материалы. Насколько интересные, необычные, современные или, наоборот, классические материалы применялись. Школа производства. Причем школа как в плане общего дизайна, ну то есть эргономики, так и школа технологии. Ну, например, российский подход к стали и клинку отличается от европейского, ну или от японского. Новинка. Причем новинка в данном случае не столько как новинка в каталоге производителя, сколько новинка для пользователя. Новый замок, новый метод открытия, новый принцип открытия, другой тип ножен, новая эргономика рукояти. Новинка, ну то есть до сего момента не опробованная, один из мощнейших критериев выбора. Выбор вообще может идти от обратного. Но приведу пример. У меня довольно много разных ножей. Но именно коллекции все подряд назвать нельзя. Свою коллекцию шеф-ножей я собираю по очень простому принципу. Плюс-минус 20 сантиметров длины клинка, и это должен быть поварской нож. И это все. Дальше, по сути, роли не играет. Что в данный момент ближе, то и будет. У этой коллекции даже в теории нет конечной точки. Таковы правила здесь и сейчас. Реальных критериев так же много, как и увлекающихся людей. Каждый из нас, нажиманов, имеет свои личные предпочтения. Мы с вами обязательно обсудим все эти варианты. Мы сделаем это взвешенно, спокойно, медленно и по одному за раз. Ну, как-никак, выбор ножа — это сложное и интересное мероприятие. Сегодня же я хотел бы подвесить вопрос вообще с другой стороны. Видите ли, на мой взгляд, у всех обзорщиков ножей есть один общий грех, и я не исключение. Так уж получилось, так уж повелось, что эксклюзивность и индивидуальность становятся чуть ли не синонимами. А ведь это не так. Ну, сами посудите. Вот какие-нибудь дорогие часы, ну, тот же Rolex или что-то подобное, это, безусловно, эксклюзивная вещь. Это факт. Ну, буквально по определению. Некая исключительность, доступная ограниченному числу людей. Эксклюзивность – да, понятно. Но вот индивидуальность, идет ли она в комплекте? И вот сейчас пришло время ответить на вопрос, о каком конкретно Wayfarer 247 шла речь. Alami Cutlery – это небольшая семейная компания из Калифорнии. И что такое вообще «аламик»? Что это означает? Слово «аламик» прямого перевода на русский язык не имеет. И если мы с вами обратимся к английскому языку, то в словаре Коллинза мы найдем примерно такое пояснение. Относящийся или принадлежащий к возрасту или циклу Вселенной. «Аламик» — это теологический термин, и наиболее близкий синоним — «вечный». Логотип компании — знак бесконечности. Слоган компании — «Never the same». Означает «никогда не будет одинаково». Название, логотип, слоган – все к одному говорит об идее компании и, как следствие, идее ножа. Wayfarer 247 появился в мае 2016 года. Изначально концепт строился вокруг стали Elmax из славного города Удехольм и титана. В итоге в материалах появился и карбон, а базовой сталью стала М390. И, по сути, невозможно снять обзор модели Wayfarer 247. Можно лишь показать какой-то отдельный билд. Вот, например, сейчас перед вами картинка возможных вариантов формы клинка, и я даже не буду пытаться всех их перечислить. При этом компания на месте не стоит, нож развивается. Дальше больше. Клинок может быть галтован, сатинирован, полирован, под покрытием. Вставки могут быть из тимаскуса, макуме, меди, бронзы, циркония, айронвуда, кости домостила, карбона и так далее. Я насчитал 29 вариантов, и думаю, это не предел. И ведь вставки — это малая часть. Аламик известен работой вообще без вставок. И эта работа очень разная. Сегодня вы видели в том числе рукояти с авторской резьбой по титану Андрея Колесникова. Ключевой момент Wayfarer'а — в возможности создания своего понимания ножа. Зачастую, говоря о ноже, мы забываем, что нож не существует в вакууме. Нож не существует в отрыве от производителя, в отрыве от хозяина и даже в отрыве от других ножей. И вы можете сказать: «Руслан, индивидуальность не играет существенной роли, ведь в конечном итоге нож в руках один». И возможно, вы правы. Но я не буду с вами соглашаться. Wayfarer именно такой, потому что для Alamic важно дать пользователю их идею, их понимание ножа, при этом дать пользователю именно тот нож. И ведь это не единственный пример такой работы от производителя. Вы помните эти слова? Мы были первыми, кто поставил на нож порошковую сталь. Когда-то Military была именно таким примером. Было время, когда мы не считали, что есть одна-две оптимальные стали. Мы пробовали, мы тестировали.
Индивидуальность зачастую вызывает вопросы, но если задуматься, иначе быть не может. Да, когда ты держишь в руках один нож, ты не видишь всю историю, ты не видишь всего того, что окружало и создало этот нож. Но во многом благодаря всему этому ты и держишь в руках этот нож. Именно идея стоит впереди всего. Как-то так. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч.